Добрый вечер, Севастополь. Добрый вечер, уважаемые севастопольские болельщики. Сегодня в рамках 15-го тура чемпионата Крыма по футболу встречаются на нашем стадионе команды СКЧФ Севастополь 2 и команда ЛИС-Сервис, город Симферополь. Состав играющих сегодня команд наши гости, команда ЛИС-Сервис, город Симферополь, форма первая. В воротах Владимир Мачуга, номер 1. Номер 19 Владимир Мартынов. Номер 77 Роман Тимченко. Номер 13 Михаил Семенчук. Номер 3 Дмитрий Гончаренко. Под 9 номером играет Виктор Горбатко. Номер 7 Владимир Усатенко. Номер 16 Денис Дмитриев. 14 номер Егор Подтящий. Номер 21 Николай Хомич и номер 15 Олег Мельник. Президент футбольного клуба «ЕС Сервис» Александр Воропаев. Главный тренер команды Игорь Волков. Состав команды СКЧФ «Севастополь-2». В воротах номер 1 Сергей Науменко. Номер 24 Владислава Гевлича. Номер 5 капитан команды Андрей Степанов. Номер 3 Александр Челядник. 4 номер Александр Колесник. Номер 8 Виктор Узбек. Номер 14 Иван Шишкин. Как обычно, под 10 номером Александр Жабокрицкий. Номер 25 Виталий Мироненко. Номер 7 Станислав Кудзикевич. И номер 9 Денис Шевчук. Президент футбольного клуба СКЧФ Севастополь Александр Красильников. Старший тренер команды СКЧФ Севастополь 2 Анатолий Скворцов. Сегодняшний матч проводит бригада арбитра в следующем составе. Главный арбитр матча Дмитрий Грачев, город Симферополь. Ему ассистируют Алексей Полянин и Артур Зюмбилов, также из Симферополя. Четвертый арбитр Виталий Щетина, Севастополь. Инспектор Федерации футбола Крыма Владимир Серенко, город Симферополь.
ворота команды СКЧ в Севастополь 2 забил Николай Хомич, номер 21. Yeah.
Значит, Виталий Гнедовник играл счет под номером 25, на поле вышел Кирилл Мэйл, номер 99. Ставишь начальник место под 2-1, поле побегает Денис Шевчук, номер 9. В игру вступил Валерий Штефан, номер 30.
Замена в составе команды «Юс Сервис», вместо Виктора Горбатка играл шоу под номером 9. На поле вышел Никита Никитайс, номер 8.